Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребятка, вот барвенок большой, вариегатный. Может расти в тени и на солнце. Вечно ли зеленое растение? Высота его 20-30 сантиметров. Цветет в мае-июне. Растет у нас на клумбе. Разводится, можно делением куста. Можно веточку положить на землю и укрыть землей. Он корни пустит. Жена сегодня рассаживала барвинок вариегатный. Дома на клумбе розах. В розах. Там тоже будет смотреться очень хорошо, когда разрастется. Красавец. Барвинок большой, вариегатный. А, смотрите. Сейчас мы посмотрим. Цветочки, 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 цветочки. Смотри, какой цветочек. Голубенький цветочек. Ай, ховается. Ой. Барвинок большой, вариегатный. Красавец. Просто красавец. Растет у нас на клумбе за двором. Или на клумбе на улице. Красавец. Давайте еще ближе подойдем. Ай, красавец. Барвинок большой, вариегатный. И беленький, и зелененький, и желтенький. Разных цветов здесь. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребята. Барвинок большой, вариегатный. Красавец. Просто красавец.